Максим Красноцветов, первый заместитель главы администрации, информирует о шагах, которые предпринимают власти для решения проблемы с очередностью в детские сады. Разработана проектная документация на капитальный ремонт Светлячка и Семицветика. Я думаю, что социальный блок активно займется тем, что будет лоббировать наши интересы в Министерстве образования. И мы, если не в этом году, то на будущий год обязательно попадем в программу уже с готовой проектно-сметной документацией. Сейчас актуальная очередь в детские сады – это 304 ребенка от 2 до 3 лет. От 3 до 7 очередности нет, сообщает Максим Валерьевич. В будущем году запланировано строительство детского сада на 190 мест на улице Хлебозаводской и на 125 мест на улице Южной. Это амбициозный план, два сада за 2019 год. Я очень надеюсь, что они у нас получатся, эти планы. И очень надеюсь, что эту проблему действительно мы вот таким конструктивным способом решим уже к концу 2019 года. Сегодня обсуждают, что около 200 детей, которым в прошлом году были выделены места в садиках, ни разу не посещали учреждения. А между тем, эти места могли бы быть выделены тем, кто реально нуждается.